Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новинкой. Наткнулась я вот на такой сайт, друзья, работает он один день. Точь-в-точь похож, но аналог. Всем нам известный один бастфонд. Значит, регистрация здесь наипростейшая, так же, как и там. Прописываем email адрес и пароль. Пароль высвечивается, так что регистрацию я вам не показываю. Тут уже пошли выплаты, как мы видим. И все вот на бонусах. Тут бонус дает 5 рублей. Ну, идут пополнения. Вот. Кто-то пополняется, кто-то на бонусах. Также до 40% каждый день. Перейдем в личный кабинет. Значит, статистику давайте посмотрим. Я вам покажу. Значит, пользователей почти 500. Дней работы один день. Пополнено. Выплаты вот идут уже. Ну и резерв. Как бы. Также нам, друзья, дается бонус. Как я уже сказала, 5 рублей. Прежде чем пополнять, нужно получить бонус. Если я сейчас пополнюсь, потом мне бонус уже не дадут. Вот. Давайте сначала получим бонус. Значит, вы можете получить скромный бонус в размере 5 рублей на счет вклада. Дождитесь начисления от него процентов и смело выводите бонусные деньги. Если у вас уже имеется открытый вклад, вот здесь очень бледно написано, бонус не выдается. На партнерскую программу бонус не зачисляется. Давайте кликнем «Получить 5 рублей». Так. Бонус получен. Идем сюда. И вот сумма вкладов 5 рублей. И теперь мне будут начислять. Давайте теперь пройдемся по вкладочкам. Значит, главное, бонус о компании. Статистику я вам показала. Правила прочтите обязательно. Контакты. Ну, контакты там... Ладно, так, далее. История. Здесь будет история вывода. Вкладочка «Рефералы». Что у нас по рефералам? Будет находиться наша партнерская ссылочка и также статистика рефералов. Далее что? Начисление 10% с выплаты от вклада в ваших рефералов. Бонусы зачисляются. Так. А бонусные зачисляются. Ваши партнерские вознаграждения от рефералов зачисляются на баланс заработка. Вот сюда будут идти, так же, как и вот в этом. Я, друзья, хочу пополниться без фанатизма, потому что я понятия не имею, как он будет работать, друзья. Значит, я пополнюсь на 20 рублей. Так же, как и в этот аналог, я пополнялась тоже на 20 рублей. Я... Так. Пополню. Где у нас? Так. Рассчитать прибыль. Ага. За час ежедневно 2 рубля. И за 10 дней у меня уже будет возврат денежных средств. Так, как же мне пополниться-то? А, введите сумму. 20 рублей теперь я ввожу. Пополнить. Сейчас я пополнюсь и после продолжу. Я пополнилась, на балансе стало 25 рублей. Все. Здесь я буду собирать доход. Собрать доход. Минимальная сумма 1 рубль. Ну ладно, подождем. Ну, поняли, да, как? Здесь вкладочка, смотрите, вывод, вывести. Также вот все-все. Можно на реинвести. Здесь мы указываем кошелек. Кошелек сейчас установим. Нажимаем сохранить.
Если хотим делать реинвест, здесь будет отображаться уже сумма. Кликаем реинвест. У нас идет реинвест. Здесь вкладочка вывод. Прописываю уже как бы кликаем, устанавливаем кошелек. Здесь будет уже отображаться сумма. Будем нажимать вкладочку вывести. Выплаты мгновенные, комиссия отсутствует, вывод один раз в сутки. Но мне еще здесь нечего выводить. Прошу прощения. Теперь вернемся вот сюда. Здесь, друзья, у меня сумма вклада, как видим, 469 рублей. Почему? Потому что я изначально начала делать реинвесты. Вот. Сегодня я вот понятия не имею, как он сегодня заплатит. Вчера заплатил. Все замечательно. Значит, что? История. Давайте посмотрим историю. Обратите внимание, я заходила сюда 19 августа и вкладывала сюда, опять же таки, без фанатизма, 20 рублей. И моя история выплат. Первый вот 11 рублей, потом 138, 107, 140, 160, 170, 225. Потом 25, 41, 36 и так далее. И вчера, 22 сентября, я вот 53,50 как бы вывела на кошелек. Все замечательно. Как бы все это платил. Даже можно в отзывах. Это я все реинвесты. Да, вот идут. Вот 23 сентября у нас сегодня. Да, выводят. А мне еще рано выводить. Вот здесь. Мне здесь еще только через 2 часа. Так как здесь вывод опять же таки раз в сутки. Кликаю вкладочку вывести. Так, вкладочка вывести. Подождите. И мне еще вот 1,5 часа до вывода. Видим вот внизу. Я вот соберу. Вот у меня на балансе 22 рубля. Далее вклады. Вот здесь у меня 43 рубля. Я нажму через 1,5 часа собрать доход. Моя сумма капнет, упадет сюда. И мой пригласитель получит от меня денежку. Как бы 10% от моего заработка. Согласитесь, неплохо. Ну, вот такой вот проект, аналог. Будем надеяться, что и этот нас также порадует. Ну, не могла я пройти мимо и не поделиться с вами. Вот. Как он будет работать, в общем, покажет время. Только, пожалуйста, без фанатизма. Или работайте на бонусные 5 рублей. Получили бонус и минималку набрали, рубль. Поставили на вывод. Вывод, естественно, когда будет что выводить, я обязательно запишу видео. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.